Доброго здоровья, как говорится, начнем. Компьютер включен, пароль. Опа. Пароль. Время 10:55. Захожу в Яндекс. Почему я захожу в Яндекс? Потому что он работает быстрее. Двух часов до 7 часов после что вы. Сразу же вырываемся. Так, вырываемся. Нам надо творческая студия. Нажали на творческую студию и на комментарии. И вот сейчас начнем комментировать. Так, кто ищет, тот спасется. Быть может. Такой комментарий. Опять-таки, какие-то названия, юзер, шмузер. Ага, школа ЖОС болят колени. Смотрите, Му Юй Чуня. Вставайте со стула. Пейте соду и голодайте. Это уже надо ж пить соду и голодать. Это ж уже нагрузка, это ж уже напряг. Избавитесь от гоноартроза, как я. Здоровье. Ну, можете посмотреть, как я. Об этом много раз говорил насчет суставов. Так, ставим палец вверх и... этот самый сердечко. Так, а вот вопрос по чистке печени. Петрович, не могу найти чистку печени по боли. Будьте добры, подскажите, пожалуйста. А вот не подскажу. Ищите. Понимаете, вот не подскажу я. Вот не подскажу и все. 100 раз она была описана, и книга дана, и все дано. И я не могу найти. Вот не могу и все. Значит, она вам и не надо. Дальше. Шлангопоппинг, не используйте воду из-под крана. Нет ничего лучшего, чем собственного урина для клизм. И микрофлора остается и находится в кишечнике дольше любой жидкости. И лечит стенки. Совершенно верно. И я думаю... Пользователь проверил. Далее, как же дальше? А ваши книги в библиотеке продаются в электронном виде. Кстати, есть у меня и напечатанные там какие-то. Но это ж надо рассылать. Вот видите, это ж надо рассылать. Это ж мне надо брать в ручки, заворачивать, нести и так далее, и так далее. И, как говорится, коса на кремень наскочила и все. Далее... Школа ЗОЖ, думать надо. Не могу понять причину всех страхов, чтобы сделать разбор и жить нормальной жизнью. Стрессы и панические атаки пошли после операции 14 лет назад. А вы начинаете всего лишь навсего с одного страха. А вернее, вот как бы я начинал. Вот у вас что там? Паническая атака. Вот паническая атака. Ха-ха-ха, накатила. Стоп, так сказать, стоп. А что произошло за 10 минут до панической атаки? За 30 минут? За 2 часа? За день до этого? Хотя бы разобраться, в чем, что это подвинуло. И начинайте над этим работать. Я думаю, все можно сделать. Продолжим. Кстати, я вам... Давно хотел показать, как я чищу зубы. У меня щетка. Щетка очень жесткая. Чистка зубов заключается в том, что мы не зубы очищаем, а массажируем десны для того, чтобы корням зубов больше поступало крови, вымывалась инфекция, пусть даже там кровь течет вначале, и из лунок вся эта ерунда выйдет
Но зато у нас десны укрепляются, корни снабжаются кровью, и зубы лучше. Правда, я поздновато кинулся поздновато. Но те люди, которые это делали намного раньше, чем я об этом, грубо говоря, узнал, имеют все зубы целенькие. А? К слову, так сказать. Ну, дальше. На вот эту вот причину всех страхов пользователь ответил: на Яндексе есть книга «Сильный йод и недух уйдет». Прочтите только внимательно, так как есть противопоказания, но их мало. Я читаю, как написано. «Сильный йод седативное, то есть успокаивающее средство». Вот так и пишите. Успокаивающее средство. Если возникнут трудности с приготовлением, также напишите, мы поможем. Возможно, нужно проконсультироваться с врачом. Вот это вот консультация с врачом, ну это супер, это вот это то, что надо. Консультируйтесь с врачом, но мы дальше, так сказать, подойдем к этой теме. Мы подойдем к ней, во всей своей красе она покажет нам. Далее, только в книге дается дозировка для каждой болезни. Ага, а для каждого человека, вот у меня 100 килограмм веса, а у кого-то 150 килограмм, а у кого-то 50 килограмм. Вот для каждой болезни своя дозировка, а для непосредственно человека, например, после рака, при простуде, при нервном состоянии, вот меня как-то, знаете, подобные рекомендации или советы несколько удивляют. У человека нервное состояние, то есть, грубо говоря, человеку взял кредит и нечем отдавать. Естественно, у него на этой почве возникает нервное состояние. Он волнуется, страхи и так далее, фобии, что могут отобрать жилище или еще что-нибудь. И вот я приму синего йода или еще какой-нибудь там травки, лекарства, и вот эта проблема рассосется. Ну вы хотя бы включали голову, понимаете, у вас голова, на какой хрен она вам дана? Йод синий глотать или что? И так как синий йод это рецепт доктора Махнача, то обязательно соблюдайте дозировку рекомендуемую. Да. Ну, поставим палец вверх и сердечко. Так, Тамара, у Петровича есть на ютубе видео «Талая вода». Вверху нажмите на значок «Лупа» и напишите название. Видео выскочит, воспользуйтесь этим рецептом, думаю, вы не пожалеете. Талая вода и причина страхов. Как-то у меня не вяжется, что талая вода смоет причину страхов. Интересное, как бы сказать, выводы. Я вот этот смотрю на Сержа, и он тогда, знаете, я вообще, как бы сказать, где-то даже восхищаюсь Сержем. Надо же, я использую амарант, там еще что-то, то есть муку, и чтобы она была без глютена. Без глютена. А то, что полный живот глисту, и вы вот этой мукой без глютена, чтобы не наносить себе вред, кормите эти глисту, и это считается нормальным. Может сначала глисту изгнать, а потом уже дальше думать, что там глютен вам вредит или глисты. Оба на букву Г, кстати. Подумайте на эту тему. Также есть книги по очищению организма. Без очищения нет исцеления. Если вы всерьез собой займетесь, только без фанатизма избавитесь со временем от своих проблем. Важно, конечно, проблему осознать и потихонечку над ней работать. Ну, понимаете, вот дается голова. Голова для того, чтобы человек работал. Причем, я так понимаю, окружающие особо не заинтересованы в том, чтобы вы как-то пользовались своей головой. Если у вас
вы не пользуетесь своей головой, а вас пользуетесь другими, там сказать, вот те люди, которые якобы думают за вас. Но при этом ихняя думка, вот я тут с женой согласен на 150 тысяч процентов. Они сначала подумают о себе, какую выгоду я могу из этого извлечь. И дают там вам советы. Поможет, не поможет, а главное money, 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 most funny, рассую я по кармане. А что с вами будет? Это не то. Так, вот как раз мы и подошли к вот этим вот рекомендациям специалистам, когда у человека, ну, мягко скажем, собственная голова по какой-то причине не стала задумываться, а что будет дальше. Итак, добрый вечер, Геннадий Петрович. У меня такой вопрос. Часть кишечника удалена. Питание в основном каши с огромным маслом. А зачем огромное количество масла вам? Масло замедляет пищеварение. Ну, это ладно. Но постоянные стрессы приводят к проблемам с ЖКТ. Я, знаете, вот как-то вот насчет этих стрессов уже у меня это самое. Ну, я отношусь, как видите, ко всему с долей понимания и некоторым юморком. Постоянные стрессы. А почему у вас постоянные стрессы? Почему вы не построите свою жизнь так, чтобы она была без стрессов? Либо же, вы относились к этому так, чтобы это не порождало стрессы. А я же об этом говорил. И много. Делаю разборы стрессов. Это хорошо, что вы делаете разборы стрессов. Но если вы их сделали, этот разбор стрессов, то, как правило, если все это сделано правильно, то он перестает быть для вас стрессом. Это просто какая-то информация или событие, во время которого вы решаете, что надо сделать. И все. То погода не такая. Ох, ё-моё, погода не такая. То еда, во всем нахожу негатив, а вы ищите позитив. Знаете, вот мне в связи с этим вспоминается такой случай. Это один человек решил покончить жизнь там самоубийством. Ну, как-то вот у него рука не поднялась, чтобы там решительно все это сделал. И вот он на любом действии что-то там вот это вот вызывал вот этот негатив. И когда негатив наконец-таки накатил и начал действовать, знаете, крепенько, а прошло какое-то время, за которое человек как-то передумал умирать, а это все уже подействовало, вот он что-то спрашивает, а как же выйти из этого состояния, теперь я хочу жить, вот как выйти из этого состояния? То есть я там, грубо говоря, берусь вот за пультики, у меня там негатив возникает, за ручку, там то, сё, пятое, десятое, кругом негатив. Позвольте, вы прекрасно изучили свое сознание, как оно может работать в негативную сторону. А теперь такая, чка, переключите рубильник на положительную сторону, берите пультик и все, представляете, что это работает положительно, это дает вам энергию. Ручечку, это дает вам жизнь. И так далее во всем. Радуйтесь любому действию, и вы тем самым совсем по-другому будете чувствовать. Во всем негатив, а во всем вот это искусство уже, использовать свою вот эту черепушку для того, чтобы во всем был позитив. Идет зацикленность на своем состоянии. И зацикливайтесь на радостном состоянии. Вот я все больше и больше, знаете, стараюсь и зацикливаюсь, и вы это видите практически, и чувствуете мою энергетику такую вот мощную, да? На хорошем, на том, что вот она идет, что ты ощущаешь жизнь. Жизнь ты ощущаешь, которую тебе дали как величайший дар.
И ты зациклился на этом состоянии. Далее. Постоянные вздутия. Вздутия. Но чтобы не было вздутия, вздутия, надо, значит, разобраться со своим питанием. Как есть, что есть. Это вообще-то решается легко и просто. А постоянные вздутия из-за того, что вы постоянно неправильно употребляете пищу. Я об этом также много говорил, очень много говорил. Одно время постоянно ел атмин, но сильно оказывал действие на поджелудку. Или мне так казалось. И вот тут возникает, знаете, у меня, ну не вопрос, а... как бы это лучше выразиться, возникает следующий мысленный процесс, так скажем, в голове, в моей голове. Я говорю одно. Я принимаю тмин, я его просто глотаю. Оказывается, Серж его, а он его жевал, а потом говорит, у меня там в животе начинается изжога, начинаются там какие-то неприятные ощущения в желудке. Мы слышим, можно сказать, одно и то же, вот слова слышим, а почему-то понимаем совсем по-иному. Ел атмин, а его не надо есть. Оказывается, его надо глотать для того, чтобы он у кишечнике начинал действовать. Если мы его разжуем, он будет действовать у нас в ротовой полости, в желудке и дальше туда. А желудок не любит вот эти все, знаете, такие острые вещи. Особенно часто это все. И тогда получается вот поджелудка или не поджелудка, или еще что-то там болит. Казалось, не казалось. Вопрос, надо ли принимать мне бактерии, чтобы улучшить стул? Ну, это вы решаете сами, бактерии, как там вы их будете принимать и так далее. Улучшить стул. На эту тему тоже я говорил, не так часто, но тем не менее. Смотрите, микрофлора в нашем желудочно-кишечном тракте, она, как бы сказать, ну, грубо говоря, 100 микроорганизмов. Для примера я вам приведу. 100 микроорганизмов у нас имеется в желудочно-кишечном тракте. На самом деле их намного больше. При этом, если мы с вами потребляем каши, то в основном из этих 100 микробов, имеющихся видов микробов, у нас активизируется, активно используется, размножается на этом субстрате, который позволяет вот это давать каша, у нас размножается, допустим, 20 видов. Те, которые нам нужны. Которые нам нужны. И более-менее. Если же мы употребляем, допустим, свежую зелень, то на свежей зелени, там, ну, грубо говоря, огурцы, помидоры, там, латук, какой-нибудь салат, там, редис и прочее, на этом субстрате у нас будет активизироваться и размножаться совершенно иная микрофлора. Это важно понимать, что микрофлора, которая имеется у желудочно-кишечном тракте, она в основном зависит от вида пищи, которую мы регулярно едим. Если же мы с вами там, ну, какие-нибудь правильные бактерии, допустим, как считается, а вот эти бактерии, да, должны быть вот, но едим не то, что надо, эти бактерии просто-напросто исчезнут. Ну, вы их выпили, вроде они там туда попали, не получая должного питания. Что с ними происходит? Они вытесняются теми, которые получают питание. Ферштейн? Одернихт ферштейн. Чтобы улучшить стул и боли в ЖКТ. А вот тмин, вот который я употребляю, утмин, он как раз вот нормализует то, что у вас имеется, и улучшает вдобавок еще и пищеварение. Выведена строма. Так, строма. Что это такое? Я примерно догадываюсь, но сейчас.
Что такое струма кишечника, виды струм, так-так. Правила ухода для стомированного пациента после операции. Стома, кишки, стома или строма? Там что там идет это такое? Стома. Стома, а то строма, это не то. Ну что, стома – это искусственное отверстие, создающее сообщение между полостью любого органа и окружающей средой. Данное отверстие накладывается на полый орган при его непроходимости или для исключения из работы отделов, лежащих ниже или выше стомы. Значит, грубо говоря, стома кишки, выведена стома продвижения каловых мозгов, стома кишки, калоприемник. Здравствуйте, приехали. Стома мочевого пузыря. И вот теперь мы немножечко коснемся вот того, когда человек не думает своей собственной головой, подошло время, как раз, знаете, время и случай – это то, что это. Вспоминаю своего собственного отца. Я не давал ему никаких советов, уже где-то ему было года 82. Значит, в мочевом пузыре там у него опухоль. Опухоль, и он решается, значит, на операцию. По своей наивности человек думал, что разрежут мочевой пузырь, вырежут эту опухоль, там, уменьшат, зашьют, и он дальше через мочевой канал все будет опорожняться и так далее, и так далее. Это он думал. А может, он и вообще и не думал. Большинство особо и не думает. Сделали операцию и вывели вот эту вот стому мочевого пузыря. Раз отсюда, знаете, эта трубочка идет. И, грубо говоря, к бедру привязана бутылка. Это мочеприемник. Вот, и моча, значит, и течет. Ну, вроде течет. И оказалось, что надо постоянно обрабатывать эту рану. Чтоб кто-то приходил, медсестра, там, та-та-та-та. Мани, надо дать? Надо дать. Бесплатно никто не будет делать. Далее, этот трубка постоянно, значит, вот это вот чем-то там забивалось, какие-то там соли откладывались или еще что-то там такое. Надо чистить ее, надо чистить. Потом с вот этой бутылочкой ходить. Это постоянно ходить, лежать, так далее. И вот мой отец, пожившись с вот этой вот стомой, момой, мочеприемником, говорит, что ж я наделал. То есть в некоторых случаях, вот сколько бы вы прожили, ну, знаете, как-то вот, не хочу сказать, что по-людски прожили, знаете, вот как-то вот так вот вы прожили, нежели, сделав эту операцию, вы теперь ходите с этой бутылкой и так далее. И это создает такие неудобства, что, возможно, лучше бы вот так остаться. А теперь мы переходим к этому вопросу. Стома, выведена стома. То есть кишечник сейчас удалили, вывели. А человек же думал, что о другом что-то там такое будет. А ему вывели, да и все. И хрен с тобою! Что там, как там ты будешь жить, это нас не касается. Что там, какая-то проблема была, мы ее устранили. А то, что это все привело к еще худшему какому-то, знаете, вот было состояние, плохое состояние. И человек думает, что будет лучше что-то такое. А оказывается, что состояние. Вообще ты теперь никак никуда с калоприемником ходишь. Но это надо, короче, пожить, чтобы это дело понять. Да? Продвижение каловых масс идет очень медленно. В основном ночью из-за малоподвижного образа. Это страх передвижения по квартире. То есть вдруг этот калоприемник вывалится, надо убирать некому и так далее, тара-та-та-та-та-та, вы так немножко вдумываетесь, на что вы идете. Конечно, тут вы, как бы тут лучше сказать, вы знаете, вот тут как бы сказать, какая-то тупиковая вещь, вот вам сделали вот этот вот
якобы калоприемник и все. И живите как хотите. А может быть, до операции, до того, как это все начало развиваться, может, были какие-то другие варианты? Я же обычно и говорю вам, что до того, как возникла, знаете, патовая ситуация, идет ее развитие. И вот пока идет развитие, вовремя спохватиться и это все выровнять образом жизни. Именно образ жизни влияет на то, будете в конце концов скалоприемников или мочеприемников, или еще какой-то хурдой-бурдой. Либо же вы будете как нормальный человек жить с целыми своими там желчным пузырем. Вот, вот где там надо было думать. Думать надо было вот тогда. А сейчас что тут есть этот самый тмин? Стул в основном понос. В зависимости, смотрите, от того, если так вот взять желудочно-кишечный тракт, в зависимости от того, что вырезано. Потому что в желудочно-кишечном тракте идет обработка этих самых пищевых масс и каловых масс. Она идет, соответственно, разделом. Здесь, грубо говоря, всасывается то-то, здесь то всасывается, здесь это всасывается. Тут, допустим, начинается всасываться вода, тут формируются каловые массы. Каловые массы как раз формируются у нас в прямой кишке, где идет всасывание воды и так далее. А если до этого не доходит, если все это выведено раньше, то, естественно, все это не понос, а это просто-напросто недостаточно обработанная пищевая масса, уже и переработанная. То есть цикл не пройден, он прерван на какой-то там стадии. И, естественно, получается, стул в основном понос. Да так он и будет понос, какой же он будет там. Потому что в этом отделе нет усасывания кишки и формирования каловых масс. Поэтому будет что? Вот как она идет, она будет понос и все там. И болит от напряжения вся левая сторона от большого пальца на стопе через какую-то ригу и левая рука. Что посоветуете? А ничего я не посоветую. Я так и написал. У меня подобных знаний нету. Что вам посоветовать? И я думаю, надо отнестись к этому. Вот опять-таки адекватно, без всякого стресса и так далее. Это все я тут пишу про Серджа, да, школа жить, школа ЖОС, думать надо, значит. Благодарю за видео. Обида теснится в сердце глупых, Библия. Я когда начинаю обижаться, вспоминаю это высказывание и стараюсь обиду убрать. Я уже говорил насчет того, там, убрать или еще что-то там такое. У вас есть такой самый первый, как бы сказать, орган и самый нужный – это ваш ум. Обида не убирается, она понимается. И когда она понимается, принимается и делаются соответствующие выводы, то она на вас не влияет. То есть нету обиды, есть информация. Надеюсь, что Бог все расставит на свои места. Ну, Бог. Вы представляете, вот кому вы вообще оперируете, если мы говорим о Боге? Бог – творец всей Вселенной. Понимаете? У всей Вселенной. И мы со своим вот этим обидкой пытаемся, значит, вот всей Вселенной показать, что шире Вселенной горе мое. Раз Бог допустил какое-то событие, Он допустил какое-то событие. Значит, вот масштабы. Настолько колоссальные масштабы. Это все равно, что, грубо говоря, наверное, атом в нашем организме возмущается и обращается ко всему организму, говорит, вот ты допустил-то такое-то. А я тут ни при чем, такое событие допустил. Из-за нашего вот такого, знаете, самотека, вот как мы тут и живем, как мы это, мы в конце концов получаем такие вот ситуации, дабы на них, будем говорить, понять,
как нам надо себя вести, и все говорим, что вот, вот это там Бог, киваем на Бога и так далее. А мы тут якобы ни при чем. Значит, это надо для моего развития. Я обижаюсь периодически, мы все, жизнь не очень легкая вещь. Жизнь действительно не очень легкая вещь, она интересная вещь такая. И в зависимости от того, как мы к ней относимся, мы можем получать совершенно различные эмоции. Поехали дальше. Значит, видос Болотов, Неумывакин, сыроедение. Я не понимаю, что со мной чувство, будто воздуха не хватает. И ужасная усталость 4 месяца подряд на сыроедении с мая. Геннадий, скажите что-нибудь. Вот как раз, знаете, подошло, и я говорю что-нибудь. Для того, чтобы человек получал от той или иной пищи пользу, его желудочно-кишечный тракт должен уметь все это переваривать. А тут, понимаете, вот усталость и слабость. Дальше ничего не пишется. Что там со стулом или еще там и так далее. Знаете, эти вещи опускаются. А как раз стул будет говорить о том, а усваивается ли вот это сыроедение. То есть человек опять-таки повелся на информацию о том, что сырая растительная пища, то бишь сыроедение, при этом сыроедение каждый понимает по-своему. Что я сейчас буду сыроедом, и у меня автоматически здоровье будет. О! Для того, чтобы, будем говорить, вот, быть сыроедом, я как-то говорил, что должен быть весьма мощный пищеварительный аппарат. У большинства он слабенький. И поэтому он не может переваривать и извлекать из съеденного нужную там пищу и так далее. Скорее всего, за 4 месяца там и вес упал хорошо. И поэтому начинается ужасная усталость от того, что не усваивает из этой пищи организм энергию и прочее, прочее, прочее. Вот вроде бы и витамины, вроде бы и там и структурированная вода, вроде бы и клетчатка, вроде бы все, 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 все. А он не усваивает. Но нет у него необходимой мощности для этого. Поэтому вы можете, вот смотрите здесь, можете попробовать что-либо, попробовать. И посмотреть, а как ваш организм к этому относится. И в зависимости потом от этого применять дальше или же все это отставить. Потому что, ну не готовы. Просто-напросто не готовы. Воздуха не хватает. Будто воздуха не хватает. Смотрите, а это может быть, знаете, еще. Вдобавок еще и анемия развелась. Мало этих красных кровяных телец, которые переносят кислород, там, углекислый газ и так далее. И она часто развивается у, как раз вот у людей, которые пытаются перейти. Еще разок хочу повторить. Мы все с вами разные. И вот это какая-то стандартизация, и вот это вот что-то там, когда говорят вот так, вот это так, это, будем говорить, это статистика какая-то. Но за статистикой стоит каждый индивидуальный человек. И в результате вот получаются такие вещи. Поэтому переходите на каши с маслом, на тушеные овощи, и, грубо говоря, буквально-таки через месяц вы станете совершенно другим человеком. А для того, чтобы вот тут, смотрите, пополнить малокровие, гемоглобин, пейте яблочно-свекольный сок. Столовая ложечка свекольного свежевыжатого сока на стакан свежевыжатого яблочного сока. И усё у вас Николас Кане
Это вот хорошо, что тут пользователь обозначил себя Никола Скане. У вас все нормализуется. И, грубо говоря, приходите на вот этот канал, где я вам объясняю вот такие вот тонкости. Потому что там на других каналах, только если там вы на сыроедческий попали, еще на какой-нибудь, без анализа, а почему вот этого не получается, если это. Так что надо понимать. Петрович, в какое время суток вы проводите свои беседы? Какое из время? В основном до 12 дня. Вот сейчас я как раз у нас 11:39, я с вами веду беседу, трачу свое время. Хотелось, чтобы вы как-то его это самое оценивали. Если вы смотрите и чувствуете, что... Что не просто, знаете, вот человек сидит и сотрясает ля-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 ля. Петрович, вопрос. Буду ждать вашего ответа. Пожалуйста, почему всякий раз при выходе из семидневного голодания происходит тяга к шипучим напиткам? Спасибо, голод сухой. Не знаю, знаете, к шипучим напиткам. Вот не знаю, почему это происходит. Со своего опыта скажу, что вообще лично мне на голоде приятно пить вот, ну типа нарзан, вот эту вот газированную воду. Вот, вот приятно и все, нежели обычную воду пить. Голод сухой. Теперь, знаете, вот насчет вот этого сухого голодания. Ну вот существует, мода. Мода на все, на одежду, на очки, на зубные щетки, на кружки там, ну мода на все, мода там на компьютеры и прочее, Ну мода абсолютно на все. Но вот что касается здоровья, тут не должно быть никакой моды. Хотя вот смотрите, модно это... Бег трусцой. Одно время модно. Ой, вот такое вот, трусите, и все у вас там пройдет. Ага, мода на дыхание, бутейка, все, накапливаем углекислоту, все уходит. И наконец-таки тут мода докатилась до сухого голодания. Сухое голодание решит все ваши проблемы. Я должен сказать, не все ваши проблемы она решает. Отнюдь не все, а в некоторых случаях, если вы неправильно там пересушите свой организм, то вы можете получить и отрицательный результат. Во время, при оздоровлении, при составлении своей собственной программы здорового образа жизни, в первую очередь надо опираться на физиологию. Как у вас работает организм, физиология. Если вы будете это соблюдать, то у вас будет получаться. Плюс к этой физиологии надо еще прибавить индивидуализацию. Это несколько иное знание, но ничего сложного нет. То есть узнать свою индивидуальную конституцию. На что она лучше реагирует? На какую пищу, допустим? На какой образ жизни? На какую там одежду? На какую нагрузку? И так далее, Я об этом тоже рассказывал, в конце концов. Я же книжки выставил вам. Вы их слушаете. Уж читать не надо. Слушаете или не слушаете? Сколько я времени потратил, начитывая их? И вот тогда, вам станет как-то более-менее ясно, что чё. Тем более, вот эти все параметры нашего организма, они меняются с возрастом. Они меняются от сезона года одного к сезону года другого. И это надо как-то это самое, хотя бы немножечко так придерживаться. А то, если вы будете сыроедить в зимой, то, естественно, у вас сопли потекут, у женщин менструальный цикл отвалится, вес потеряется,
почернеете, мерзнуть будете, плохо спать. И что это за оздоровление? Это зимой. Но если вы это сделаете летом, то вы можете получить хороший результат. А зимой отрицательный. Так, Петрович, значит, школа ЗОЖ, болят колени. Есть еще поясничный отдел, играет роль тазобедренный сустав, колени тоже страдают из-за этого. Но если становятся иксаты или наоборот, значит, там кривые. Я здесь как раз в этом видосике и подчеркну то, что можно, как бы сказать, если все описывать, рассказывать, это целая, знаете, курс лекций на тему здоровья сустава. А тут оказывается, этот курс лекций не нужен про здоровье сустава. Тут надо, чтобы вот быстренько как-то это и дальше побежал человек. При этом, чтобы он никуда там не заходил, ни в какие спортзалы, ни что-то там специального не делал. Вот знаете, ну буквально такие вот тут что-то на бегу там раз. А лучше что-то съел и все прошло. Вот он в чем дело. И поэтому такое и видео. Вот хотя бы вот это вы делаете, больше ничего там не надо. Далее тут советуется ходьба назад, стучать по коленям, ну это своеобразный массаж, пожалуйста, хотя бы, грубо говоря, вот коленка, хотя бы вот так потереть, знаете, несколько раз стереть в течение дня, тоже хорошая вещь, улучшает и кровообращение и так далее. Ну давайте посмотрим, тут вот пользователь что-то тут такое написал интересного. Значит, это насчет вот это болят колени. Значит, стучать ладонью, создавать вакуум, чтобы кровообращение было в коленке, так напроминать, массировать. Вот знаете, вот опять-таки, если человек не живет естественной жизнью, ну, хотя бы немножечко не заботиться о себе, то, что должно происходить естественно, без всякого нашего участия, коленки должны быть здоровыми и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, получается, что надо делать какие-то искусственные процедуры. А именно, стучать ладонью, создавать там вакуум, чтобы кровообращение было в коленке, значит, массажировать. Специально. Так, и вот тут у Островского есть видео на эту тему. Пользователь друг говорит, и не только у Островского, но и у китайского гуру есть. Это как бы насос, который подает питание в колено. Мне помогло что-то. Начиналось, я сразу давай заниматься. Ладони свои прикладывала их, растирала перед этим. Тем самым лечила свою собственную энергетику. В нас есть ток, само слово поток, само выражение пошел такой поток и говорит о том, что энергия восстановлена. Да, я так понял, потереть, потом надо вот так потереть, что где-то присутствует зажатость. Присутствует зажатость. Вот я сижу, и чё мой сустав? Что там это самое? Что-то откуда там зажалось? Да вот она от сидения зажалась. Просто-напросто от того, что я буду сидеть тут, грубо говоря, ну, примерно там хотя бы 1,5-2 часа подряд, уже зажалось, уже хуже идет ток. Присутствует зажатость. Вот, ё-моё, вот встать бы, походить, нет, зажатость, да? Поэтому и нет питания, естественно, и нет питания. Кровоток хуже. А вот когда человек идет, вот это все естественно, мышцы и связки, они так сжались, разжались. Идет обмен там жидкостями между полостью сустава, где там синовиальная жидкость, между там сухожильной тканью, между мышечной тканью, и так далее. Все это идет. Плюс там прижалась манжета, разжалась,
сама сумка сустава, все это работает. Поэтому нет питания, и тогда начинаем хлопать, тогда начинаем мять, тогда начинаем еще что-то делать, искусственно создавать. То есть потока. Также лечат и глаза, растирают ладони и прикладывают к глазам. Они должны быть открыты, то есть вот так вот. Ага. Здесь у нас расположены энергетические центры. Значит, мы активировали, прижали. На свет с ладони не должен поступать. Хрусталик высыхает. Не хватает влаги с возрастом. Если вы так более-менее регулярно смотрите мое видео, вы тут как раз видели, что я рассказывал, что одним из первых признаков старения есть то, что наш хрусталик теряет эластичность из-за того, что влага из организма уходит. Ну и не хватает потока. Из-за этого тоже хрусталик не получает питательных веществ, то есть происходит астигматизм глаза. Ну так скажем, астигматизм, не астигматизм, происходит глаз видеть хуже, чем хотелось. Ну давайте это, где-нибудь этот самый, будем заканчивать. Ага, голод 7 дней. Это как раз на, по-моему, этот самый, уже на книжку. Здравствуйте, смотрю все ваши видео про голодание. Тоже хочу, готовлю себя, вешу 117 килограмм при росте 1,75 м. Хочу на 30 кг похудеть. Уже одно слово вот это плохое. Постройнеть. Вот то слово произносите и прислушивайтесь к своему организму, как он реагирует на это слово. И на слово стройность. Я хочу быть стройным. Поможет ли? А кто его знает, знаете? Справиться с голоданием, если смогу, то буду 30 дней голодать. Спасибо. Поможет ли справиться с голоданием? Тут знаков препинания нет, поэтому не знаю, как тут и поставить. Смогу, то буду 30 дней голодать. Судя по голоданию Сержа, вот если бы не мои вот эти консультации, вот какие он принял, да, он вес сбросил, можно так сказать, стал стройным. Но вышел бы ли он из такого голода или нет? У меня вообще возникают большие сомнения насчет вот этого выхода. Потому что мы все выходим, выходим, выходим. А тут еще особенность того, что глисты до сих пор выходят. То есть человек уже амарантовую муку там, пышки готовить, чтобы не было глютена, чтобы была польза для организма. При этом не понимая, что в первую очередь надо избавиться от глистов. А потом уже там думать о каких-то там таких мелочах, типа глютена и так далее, и так далее. Вот. И вдобавок, всем там думается, что вот так вот отголодать легко и просто. Ну, вы можете посмотреть плейлист школы голодания лечебного. Огромное количество возникает вопросов и проблем, как при проведении самого голодания и еще больше на выходе, чтобы все это закончилось и получить какой-то результат. Что касается сброса веса, то тут, я думаю, легче всего почистить толстый кишечник. И не раз, и не два. Далее почистить печень. И раз, и не три, и не четыре. Вот, перейти на раздельное питание. И эти 30 килограмм веса уйдут сами. И если же человек думает там за 30 дней там сбросить, ну пускай он сбросил там 30 килограмм, да? А потом он
сбросил, а сколько я на передаче «Малахов плюс» видел вот этих вот сбросивших людей, они сбросили все, и 30, и 40, и 60 килограмм, но после, выйдя там из голода или закончив диету, они возвращаются потихонечку, как бы сказать, на свое питание, вот это что было. У них прибавка в весе идет гораздо быстрее, чем вес сбрасывался. И они набирают, сбросили 30 килограмм, набрали 40 килограмм. И потом уже им сбросить гораздо труднее. Опять-таки, включая свою голову, как, что надо делать для того или иного. И будет тогда нормально. А так как вы думаете, одним средством толку ничего не будет. Я помню, что пришел к нам на передачу «Малахов плюс» один актер и рассказал про Богатырева актера, что он, говорит, пришел учиться к нам, ну вот это там студию или что там это, в школу этого актерскую или там институт актерский. Говорит, пришел такой пухлястый молодой человек. Вот. А потом он, говорит, взялся за себя и без каких-либо там диет, голоданий, физических упражнений и прочего, просто усилием воли сказал себе, я хочу выглядеть вот так вот. Мужчина, будем говорить, вот стройный, ну, мужчина как надо. И потом, когда вы посмотрите, что там теща или это, опять-таки фильм Михалкова, когда его Нона Мордюкова в лобешник дала, каким он уже, потому что перестал, скорее всего, над собой работать, и это ему как-то стало не надо. Далее, Петрович, вы, вода Тиграна оказывает на вас какое-то действие, если да, то какое? Или забросили пить, не чувствуя изменений? Я лично полощу, беру примерно чайную ложечку зелья Тиграна и полощу во рту примерно, ну, раза 2-3, и, как правило, еще на ночь зубы почистил и пополоскал. Оно обладает вяжущим таким вкусом и действует вяжуще. Вот, поэтому написал, я, значит, регулярно полощу рот и глотаю после. Средство сильно вяжет, употребляю не более чайной ложки. Почему? Лично я. Кому-то, может, и больше, потому что может, грубо говоря, знаете, как этот самый хурма, завязать вам пищевод. Это такое дело. Далее, ага, Вадим Лагрин пишет, значит, у вас, похоже, ранняя форма зелья, нынешняя абсолютно не вяжет, и приятно пить по полкружки замах ее, нормально. Ну, приятно, приятно. Я бы вам, Вадим, сказал все-таки, не надо там по полкружки пить. 50 граммов, это будет то, что надо. Вот то, что надо. Не надо там какие-то дозировки. Потому что даже вот если взять, грубо говоря, там керосин, он действует, 5 капель подействует так же, как, грубо говоря, чайная ложка. Зачем лишнее там пить? Это уже если там какое-то непосредственное лечение будет. Специальное, это уже другое дело. Болят колени, Борис, Никита. Вот молодец, вот это вот хорошо. Видите, пишет Борис, Никита, все ясно и так понятно. Значит, на болят колени, пишет. Но вы забыли главное сказать. А я как раз еще разок повторяю. Тут человек, который меня попросил это сделать, вот ему кратко то, что он может там сделать без всяких этих самых, каких-то ухищрений и прочее. И бежать на работу, и там работать. Но вы забыли главное сказать, что лучшее средство восстановления сустава – это уриновое голодание. Когда урина насыщена солями во время голодания, назодами очищает суставы от отложений солей, ведь проблема больных суставов – это неправильное питание, соленая и маринованная пища, жареная пища, которая сушит. Вот это все, что перечислено, это вся пища, которая сушит. Обилие сладостей сушит. После основного принятия пищи, запивания после еды, все это смешанное питание очень сильно нарушает обмен веществ,
на голодание нужно большой длительности, до 25-30 дней, чтобы пройти второй ацидотический криз, тогда будет 100% результат. Как в моем случае, у меня артроз плечевого сустава, я проголодал два раза по 10-14 дней, болеть сустав стал не так сильно, но проблема не ушла. Необходим длительный срок голодания, чтобы восстановить плечевой сустав, убрать воспаление, очистить хрящевую ткань от отложений кальция. Такие вот дела. Ну вот я зачитал. Да, вот интересная рекомендация Серджио. Кстати, Серджио не любит, оказывается, читать. Для него чтение – это какая-то проблема. Поэтому я зачитаю, чтобы он услышал, возможно. Сергей, по-моему, тебе надо позаботиться о том, чтобы повысить свою сексуальность. До голода ты выглядел более секси. Вот когда, опять-таки, мы рассказываем о здоровье, даем какие-то рекомендации, человек настолько многогранное образование, так скажем, что тут действительно надо учитывать много вещей для того, чтобы жизнь стала какой-то полной, здоровой и радостной. Не упираться там в одни чистки, там в голод или еще что-то. Другой пишет, очистится и будет как новенький, пока сидят паразиты, они так на него действуют, что очистка пройдет, так и мышление поменяется. Ну, все может быть. Пока паразиты выходят. Я так подозреваю, знаете, как правило, вот там аскариды, там черви, более крупные, более такие, как бы сказать, знаете, князья среди них, они отмирают самые последние. И вот сначала вот одно что-то отошло, а эти еще остались в центре, и вот только до них доходит очередь. Я бы сказал, сексуальность не только проявляется во внешности, иногда человека вроде бы и не очень, а как заговорит, и с ним интересно, и он становится обаятельным. Это компьютер подсовывает слова, понимаете, и получаются вот такие вот ляпы. Самое главное – внутренние качества человека, а не фанатик. Да, именно внутренние качества человека, чтобы чувствовалась от него энергетика. И, понимаете, грубо говоря, женщина или мужчина трепетали от присутствия, вот, допустим, женского начала или мужского начала, и у них возникало желание. Кстати, я хотел ответить, и вот как бы сказать, случай. Это о том, что, помните, был такой вопрос, как улучшить качество спермограммы. Вот на спермограммы надо там то, сё, пятое, десятое, чтобы она каким-то там параметрам соответствовала. Ну что на эту тему сказать? Я думаю, что здесь есть какое-то разумное начало, да, более-менее что-то должно соответствовать. Но что касается зачатия, здесь не столько сперма важно, как важен запал человека, важно вот это вот, как это называется, выскочило из головы, горячность, чтобы другой человек почувствовал вот этот вот сексуальную вот эту мощь, вот это вот желание близости, и вот это, чтобы как можно мощнее был оргазм. Вот если я много различных вещей так у меня на ум приходит. А именно, вот отец Элвиса Пресли говорит, что значит, когда была близость с матерью Элвиса Пресли, то говорит, у меня был такой мощнейший оргазм, что я понял, что тут, как бы сказать, что-то такое вот произошло, какое-то событие. И родился Элвис Пресли. А вроде как брат его близнец там, ну, там умер во время рождения или что-то такое. То есть мощь важна, вот эта вот страсть во время интимного отношения. Вот это как раз создает то, что надо. И получится там и ребенок, и прочее. Именно страсть дает энергетику тем же сперматозоидам, яйцеклетке и так далее. То есть как раз от страсти
переживание вот этого мощнейшего оргазма, это указывает на то, можно так сказать, какая там душа мощная пришла в этот мир. А не то, что вот такое, это семя, это такое и так далее. Я лично считаю так. Большевик, 1917 год. Значит, школа ЖОЖ с полипой в желчном. Здравствуйте, а можно чистить печень и сухие голодовки делать при хроническом холецистите? Я написал, попробуйте. Попробуйте. То есть можно все. И в некоторых случаях это может помочь, а в некоторых случаях никак не скажется. А скорее всего, сухие голодовки не позволят качественно очистить печень, да и хронический холецистит. Ну вот, что касается, допустим, если сухое голодание, правда, как там человек его проводит? Мы все думаем, что, я думаю, вот так, человек вообще не касается воды, допустим. А другой думает так, я только там не пью, там, допустим, купаюсь, там, или полощу там во рту, я же не пью это там сухое. То есть сухое голодание строгое, есть так, более-менее всякие там, контакт с водой и так далее. Так вот, сухое голодание как раз способствует тому, что мощно воздействует на патогенную микрофлору, которая имеется в организме. Оно ее косит отлично. Но при этом вот эти все жидкости, которые там у нас имеются, желчь в желчном пузыре, там, еще где там, что там и так далее, это все будет загустевать. И насколько вот этот хронический холецистит, от чего он? Бактериальный, или там имеются какие-то там камушки, или еще что-то там такое. Грубо говоря, может быть раздражение от камней уже идти, которые находятся в желчном. И вот это вот все спрашивается, вместо того, чтобы посмотреть мои книги, без очищения нет исцеления. Как можно почистить там этот печень? Допустим, если имеются там какие-то камушки, как растворять камушки твердые в желчном пузыре там, и в этих самых мочевом пузыре и так далее, и так далее, и так далее. Все это описано. И для того, чтобы хорошенько промыть, допустим, тот же желчный пузырь, тот же мочевой пузырь, те же почки, используйте талую воду. При этом я всегда подчеркиваю, талая вода – это та, в которой плавает лед. А не та, которая растаяла, простояла 3 часа, и вы пьете, это талая вода. Нет, это уже не талая вода. Она не обладает тем действием, которое это. И тогда хорошо и промоет желчный пузырь. И я думаю, чем вот это хроническое там холецистит, хронический холецистит, воспаление желчного пузыря, так я так понимаю, если тут будем вводить это все дело. Значит, все это можно убрать. Если понимать, чем регулируют. Регулируем мы свое здоровье или протекание болезни хронической образом жизни. Ведем такой образ жизни, в котором вот соблюдаются все физиологические процессы, которые там, грубо говоря, у нас происходят. То есть мы для этого так живем. Как бы между делом наладили свою жизнь и пошло. И все у нас идет, и все нормально. Ничего не сгущается, ничего там хронического нету. А если мы что-то там делаем не так, надо там, грубо говоря, деньги заработать. Вот такая у меня работа, вот ЦК, это и так далее. И мы хронически все это поддерживаем образ жизни. Естественно, начинает возникать сбой то там, то сям, то пятое, то десятое. И тогда начинает, это у тебя желчное болит, а давай его вырежем, да и все. А что дальше с тобой будет? Это уже другая серия. Это уже совершенно другая серия. Великий пост начался. Начался. Вчера понедельник был, начался Великий пост. Очень хорошо во время Великого поста оказывается голодать. Тем не менее, я об этом писал. Как раз там
несколько энергетика этому соответствует и так далее, и так далее, и так далее. То есть длительное голодание лучше всего приурочить к постам. Мумитроль написал, это смотрите, как раз думать надо, глава, воды много не бывает. Как нам воспользоваться целительными силами воды, чтобы оставаться здоровым или решить некоторые проблемы с собственным самочувствием? Западные граждане для этой цели активно взялись за скрупулезный подсчет количества выпитой воды, бесцветной и не имеющей запаха жидкости. А что по этому поводу думают наши медики? По мнению журнала «Здоровье», соотношение потребляемых калорий и воды выглядит таким образом. На каждую 1000 потребляемых килокалорий нужно выпить около литра воды. Ну, это я так проставлю. Значит, смотрите, я вам там еще что-то, там еще что-то. Я вам так скажу. У нас есть чувство жажды. То есть это индивидуальное мерило того, надо вам вода или не надо. Я про воду приводил вам целую таблицу. Значит, ну, примерно в моем возрасте уже организм содержит, ну, наверное, там, допустим, 60% воды. У ребенка, допустим, годовалого, там 90% воды. Так вот, сколько бы мы, вот в данном случае, не пили этой воды, как у нас было 60%, вот у меня, допустим, сколько бы я ни пил, так и останется. Вот я буду пить, она будет выходить. Пить, она будет выходить. То есть она не поднимется до 65%, 70%, что я напил этой воды. Нет, она выйдет. Организму она, оказывается, не нужна. В зависимости от возраста, он на это, как бы сказать, количество воды и рассчитывает. Все, хоть ты лопни, хоть ты тресни. Только ты вымоешь нужные вещества, потратишь энергию на пропускание этой воды через себя. Ну, в некоторых случаях, допустим, можно там промыть это самое, там почки, там, грубо говоря, там печенку. Но это не значит, что вот вы промыли, что это надо каждый день делать. Излишнее количество потребляемой воды просто-напросто истощит ваш организм и зальет огонь пышеварение. Вот эти все исследования и так далее. Это все, знаете, хорошо. Вот эти блогеры различные, и вот это вам тулят. А вот смотрите, столько воды, а вот столько там этого, и так далее. А практика показывает совершенно иное. Интересно, Нина Филипповна Малько написала, я хотел по этому поводу сказать. Значит, от глистов, червей нужно натощак, лежа, дегтем мазать ложбинки под носом, это вот здесь, ямку на шее, я думаю, это вот здесь, ложбинку между грудей, это вот здесь, и вокруг пупка. И дальше интересно. Лежать и ждать. Большие длинные черви могут вылазить через рот и через нос. А могут, я думаю, и через уши. Удачи всем. Хороший метод, да? Когда вы вели и ждете, как они полезут. А вот случай с Сержем. Представляете, сколько у него лезло этих глистов через рот, через нос и так далее, и так далее. А не лучше ли вот использовать то, что он использует? Ватку на пупок и создаем душняк там, где эти черви, будем говорить, где у них гнездо. Выбрано не случайно, потому что именно здесь наиболее мощный жизненный энергетический центр. То есть они потребляют не просто там какую-то там, знаете, еду, они еще и потребляют энергию жизненную. Потому что вначале через пуповину шло питание. И важно занять, будем говорить, вот это вот главное место, где вот это все это идет питание. Жизненный центр, пуп наш.
И вот тут они только раз. А тут мы только хопа, ваточку. И ту энергию жизненную, значит, как бы сказать, портим им, которую они думают все это потреблять, портим им вот этим духом дегтя. Дёготь сам по себе – это пережжённая субстанция, которая начинает их пережигать. Это очень интересное явление. И плюс мы с вами еще употребляем тмин, плюс еще употребляем гвоздику, который своим духом жжет. И это все идет вот отсюда, вот так вот она идет, и плюс здесь действует. И что? Вверх подниматься. Грубо говоря, когда тут уже все в этой гвоздике. Почему я говорю, что это должно быть сухое? Потому что вода тут у нас всосалась, грубо говоря, в желудке, там, за желудком, и все. А тут она как раз, вот, грубо говоря, в желудке задерживается вот это семя тмина, там, в 12-перстной кишке там прилипает к стеночке, ниже она там, если имеется там слизь, это все, все, будем говорить, вот в этих, в семи тмина, который дух свой дает, в гвоздике, который дух свой дает, и дальше все это спускается. И когда червяки почувствовали вот это вот душняк, который мы им сделали дегтем, куда им деваться? Наверх. А наверх как раз идет вот это вот, сверху идет вот это все, это жжение от мина и от гвоздики. Значит, что? Дохнуть и спускаться вниз. Вниз стремиться. И вот они потихонечку начинают туда. Кстати, Сержи, смотришь этот видос, значит, мни себе еще живот. Бери и мни его, мни хорошенько, чтобы вот это все там отквашивалось, отходило. Все. А так, пожалуйста, лежи и жди, как вот, вот представляете, вот это вот вылазит аскарида вот такая-то, там через нос, через рот или через уши. Классная вещь. Вы хотя бы соображайте, как, вот что, что и как. Этот метод работает особенно у деток. А попробуйте вот это, что я вам сказал, чтобы, грубо говоря, вот это вот не лезли червяки. Смотря какие дети будут впечатлительные и так далее, и так далее. Вот как выгонять слизь из легких? Если вы начинаете петь какие-то песни, долго говорить, здесь идут у нас вибрации, и которые способствуют лучшему отходению слизи. Слизи вроде бы немножко, но тем не менее есть. Она скапливается в какой-то комочек, и вот так. И вот Юлия Селезнева пишет на лечебное голодание Сержа. Так, меня поразили фотографии Сержа до и после голодания. До и после, вот как раз они можете посмотреть. Имея кучу болезней, этот молодой, немного упитанный, хорошо выглядящий мужчина, когда 126 килограмм, 111, да, так, солидняк, довольный жизнью, а после голодания и восстановления, это уже совсем другой, истощенный, осунувшийся и постаревший мужчина. Так вот, вот в чем это самое, как бы сказать, в чем фишка, и я пойду уже обедать, сейчас позовут. Фишка заключается в том, что вот она, благополучие, 126 килограммов веса, казалось бы, хорошо, смотрите, лицо и все довольно, все. Организм при таком довольстве оказался настолько пораженный, что дальше жить, он же попал в больницу, был, не просто там, так, сам он там надумал, он был в больнице, потом-то вышел, что жить невозможно, что в этом, как казалось бы, упитанном, как бы сказать, приятном организме, невозможно жить, как в доме. Невозможно жить. И поэтому он делает. И голодание, вот тут как раз хорошо оно и проявляется. Это болезнь во имя здоровья. Плюс то количество паразитов, полное там это самое, знаете. Это глистов, это одно, еще микропаразитов, это другое. Все в этом.
И если копнуть любого человека, там нечто подобное может найтись. Значит, постаревший мужчина, казалось бы, должно быть все наоборот. Может, я неправильно поняла хронологию этих фотографий? Как такое вообще возможно? Да потому что и после вот на этом, вот это вот, что сейчас эти фотографии, он еще не вышел. Еще идет работа по выведению этих паразитов. Все буксует. То есть, знаете, вот, как бы сказать, все хорошо, 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 а потом такая раз, и все развалилось. Из-за того, что там все прогнило. Весь вот этот каркас красивый такой, знаете, оберточка, и все это, вся эта бутафория, знаете, держалась на гнилых палках, оказывается. И вот это вот всю эту гниль, всю эту мерзость надо из себя вывести. И идет вот это вот выведение. Но как, если он все это дело выведет, а до сих пор еще идет выведение, то вид его будет совершенно другой. То есть он наберет килограмм своих, там, допустим, где-то 80, может быть, 85-90. Опять у него и личико будет такое, и все это там такое. Поэтому здесь важно понимать не то, что вот мы вот это, а после голодания должно быть. Это общепринятое, но мы все разные. И плюс вот это человек ежедневно в течение 37 лет принимавший таблетки, каждый день. Я же спросил: Сержик, сколько ты таблеток принял? А вот он мне вот так вот сказал, можете посмотреть. Ну, вот пишет все-таки, да, молодость, она даже при зашлакованном и больном организме остается молодостью и свежестью. А к 40 годам человек, даже очистившись с помощью голодания, выглядит плохо. Вы же пишете в своих книгах, что голодание омолаживает организм. Вот знаете, вот человек что-то видит одно, а вот жизнь, вы всегда смотрите на жизнь, а жизнь вам подсовывает совершенно другое. Вот он пример. Хотелось бы увидеть фотографию Сержа, когда он полностью восстановится. Я верю в голодание как метод очищения и исследование омоложения организма. А тут омоложения организма не будет. А вот это омоложение некое, оно... как бы сказать, проявляется за счет того, что вы старую, как бы сказать, ткань заменили на новую. Старые клетки у вас ушли, остались только, грубо говоря, молодые, там, средние. А все остальное ушло. Вот так. Неужели голод не омолаживает даже в таком возрасте, как Серж? Я вспоминаю этого самого. Тот, кто написал книгу, когда он голодал в тюрьме, и при этом... И он получил омолаживающий эффект. Он был более-менее в молодом возрасте. Глядя на него, начали голодать начальник тюрьмы, там, и эти самые надзиратели. Ну, что-то там они получили. И начала старушка. А вот старушка ничего не получила. Напрашивается вывод: природу не обмануть. Больные, зашлакованные люди стараются точно, старятся точно так же, как и относительно здоровые ведущие здоровый образ жизни. Да, не совсем так. Стараются точно так же, как и относительно здоровый ведущий здоровый образ жизни. Старение – это все-таки такой процесс, опять-таки, индивидуальный. У кого-то... Это вот так. Да, старение зависит от индивидуальной конституции, вот этой внешней. Чем более выражена конституция слизи, тем они подсушиваются и становятся даже нормальными, нежели были это. А лица с конституцией ветра, у них и так жидкости было мало в организме, они вообще вот так в щепку, это самое. Кстати, я... приведу вот здесь вот как раз свое голодание, 40 суток, как я отголодал 40 суток, какая у меня мордашка была на 40-е сутки и какая она стала через 40 суток выхода. И потом еще там через какое-то там время. Посмотрите. Ну что, на этом будем заканчивать. Итак, я вам много рассказал, много. Кажется, будьте здоровы. В первую очередь я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. И всегда оценивайте мои видосики, если они вам понравились.
а тем более приносят пользу, проявляйте благотворительность. А если нет, я схалтурил, значит, дульку с маком